Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Таша Трекубова, и канал Эзотерик Гифт. Все об эзотерике. Сегодня мы с вами поговорим об эфирных маслах, об их эзотерических свойствах. Не секрет, что запахи обладают особым магическим свойством. Да? Мы можем понюхать какой-то фрукт или парфюм, и сразу же у нас поднимается настроение, или мы чувствуем бодрость, или мы чувствуем, что у нас словно крылья выросли. Все неспроста. Каждый аромат обладает не только физическим свойством, да, то есть он влияет непосредственно на наше физическое тело, но также и метафизическим свойством. И сегодня, во время осени, я думаю, будет очень актуально поговорить о тех маслах, которые принесут здоровье не только нашему физическому телу, но, соответственно, и другим телам. Итак, у нас есть три масла. Все эти три масла прекрасно сочетаются между собой. Это бергамот, кедр и грейпфрут. Я сейчас расскажу немного о каждом масле, и потом мы с вами вместе приготовим смесь, которая называется «Здоровье». Итак, возьмем бергамот. Бергамот. Как и любое цитрусовое, в принципе, бергамот дарует позитив. Он возвращает радость жизни. Также бергамот убирает лень. Если вы вдруг ленитесь, можете даже просто понюхать. Вам сразу захочется что-то сделать, да? У вас будто холодок пробежит по телу. Появятся крылья. Кедр. Кедр дарует стабильность, кедр заземляет, будто мы сами дерево, и у нас вырастают корни деревьев. Чем это хорошо? Когда человек болен или когда он летает в облаках, да, кедр может его заземлить. Это очень хорошо жить в реальности, потому что все мы живем в этом мире. И отклонение в ту или иную сторону не очень благоприятно сказывается на нашем здоровье. Также кедр – отличное масло, которое очищает нашу ауру, да, и излечивает какие-то пробои в ауре. Ну, представьте, кедр, да, с его иголочками, его аромат словно выковыривает этими иголочками то, что вам уже не нужно, да, и заполняет иголочками, да, ну, хорошими иголочками, какие-то пробои на нашей ауре. Также, если у вас нет возможности часто бывать на свежем воздухе, да, или у вас проблемы с дыхательными путями, или вы больны, да, простуда, ОРЗ, то несколько капель кедра могут заменить свежий воздух. Да. И заключительное масло на сегодня – это грейпфрут. Грейпфрут как маленькое солнышко. Оно дает позитив, радость, оно дает ощущение лета, да, если вам не хватает витамина D, смело кушайте грейпфрут, да, а также, чтобы закрепить полученный эффект, просто понюхайте, также можете купить масло и просто нюхать его, но, наверное, будет лучше использовать его аромалампе. И сейчас я расскажу вам о том, как же это сделать. Итак, у нас есть аромалампа. Туда нужно налить воды, обязательно горячей, да, чтобы она не лопнула, поставить, зажечь свечку и... Сейчас мы с вами будем делать волшебную смесь здоровья. А помните, что бы вы ни делали, самое главное ингредиент – это ваше намерение. Если вы, создавая этот волшебный букет из ароматов, будете думать о том, как вы больны, как вам плохо и как вам все лень делать, так оно и будет. Вы создадите себе не здоровье, а антиздоровье. Но если вы, открывая чудесную баночку с ароматом бергамота, вдохнете его, представите этот зеленый, сочный фрукт, представьте, сколько в нем жизни, вам захочется делать все и сразу. Да? Добавляем одну капельку бергамота и думаем о том, что у вас много жизненных сил и энергии. Есть. Пусть бергамот будет первый, да? Пока вы будете брать другие масла, он уже
даст свою вот это вот свой флёр и воспротивится просто настроение. Следующим будет кедр. Кедр — это, так скажем, тело аромата, и он даст вот этот пряный аромат, аромат также праздника, аромат стабильности, аромат уверенности, да, аромат очищения. Кедр прекрасно очищает не только нашу ауру, наше физическое тело, да, но также пространство вокруг нас. Кедр защищает. Если вам необходимо достичь успеха, если вы собираетесь на переговоры, если вы чувствуете, что вы как-то слабо себя, да, ощущаете, или вы не уверены, кедр. Кедр вам поможет. Вдохните кедр, капните несколько капель в аромалампу, и вы увидите эффект. Вы обретете уверенность и обязательно будете успешны. Итак, следующий – кедр. Кедр мы капаем 2 капельки, можно 3. И заключение – немножко витаминчика D, немножко солнышка. Да? Мы начали с позитива и бодрости, потом мы обретаем уверенность, мы очищаемся и мы заряжаемся позитивной солнечной энергией. Тоже 1-2 капельки. Мне включилось больше, ну ничего страшного. Собственно, вот и все. Смесь, волшебная смесь, здоровье готово. Вдыхайте ее. Вот я же чувствую, боже, это великолепно. Я советую вам попробовать. Это действительно стоит того. Удачи вам, здоровья и до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго. Пока-пока.